такое поле шикардосное. Приехали мы за клубникой на поле. Все лазят, собирают клубнику. Сейчас взвешиваем дозы и будем собирать. Урожай. Погода самый то. И солнышко, и дождик. Сейчас солнце будет на следующей неделе. Вообще будет сладко-сладкое. Есть три сорта. Непонятно где какой. Все так чисто. Да ты гнилую-то не бери. Зачем ты гнилую-то берешь, а? Смотри, сколько ягод всяких есть. Красный, разный. Много еще будет. Да. Сейчас соберем с молочком дома. Сахарком. Какая все-таки красота. Очень здорово. Крупную сильно не беру, так как она не сильно сладкая. А такая средняя, самый то. И с плодоножкой. Если эту плодоножку оставляешь, то оно быстрее портится. Ням-ням-ням-ням-ням. Классно. Все, я уже полный. Все набрал. Как сказал, 4,50 стоит килограмм. Сейчас взвешивать. Вес дозы уберу. И все. И поедем домой. Ой, сколько много. Народу тоже много. Люди с детьми. Кстати, здесь можно есть ее прямо так с куста. Сколько хочешь. Все, полное. Да, вот вокруг столько народу. Планер, типа самолет. Идем, идем, идем. Ну, в общем, насобирали мы две дозы. Так. 6 килограмм почти. И вышло у нас 25 евро. Ну что, с вами был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы, пока.